В каждом автомобиле находится пожарно-техническое вооружение и огнеспасательные инструменты. Ислам Костоев – командир отделения 3-й пожарно-спасательной части Сунжи. В его обязанности входит множество задач. Основные – содержать полной боевой готовности аварийно-спасательное и пожарно-техническое вооружение. Также следить за несением караульной службы. Это гидравлические аварийно-спасательные инструменты, это режим ножниц и режим кусачки. Основное их используют для деблокирования пострадавшего из поврежденного авто в случае ДТП. Выезд исследования к месту ЧС включают в себя сбор личного состава, караула по сигналу тревоги, подготовку необходимой техники и оборудования в зависимости от характера случившегося, проведение разведки на месте пожара возможными способами. Итак, несколько подпунктов. Примечательно, что на каждое действие у них есть лишь несколько секунд одеться, выехать и выполнить боевое развертывание, спасти пострадавшего, имущество и локализовать место ЧС. И да, здесь не любят, когда их называют пожарниками. Это пострадавшие от огня, а те, кто вызволяет из беды, пожарные. Ну, в первую очередь мы делаем во время выезда. Это подготовка развертывания. Устанавливаем АЦ, если есть рядом водоисточник, гидрант, водоем, без разницы. И потом уже предварительное развертывание и полное развертывание. Полное развертывание мы сначала положим вот магистральную линию от автоцистерны до разветвления. Разветвление – это вот трехходовое разветвление. От разветвления дальше идет рабочая линия. Сталкивались с таким ситуацией, что вот близко не подъехать, допустим, из-за каких-то заграждений к месту ЧП? Да, бывали такие случаи, взрывоопасные места. Вот в таких моментах мы близко не подходим, без разведки соответствующей. Вот сначала делаем разведку хорошую. Если взрыв опасный, то сдалека вот, с лафетным стволом так тушим обычно. А так ограждение, забор – это не помеха. Пожар для спасателя – постоянная угроза здоровью и жизни. Работа почти в нулевой видимости. Риск обрушения конструкции на личный состав и постоянный внутренний диалог. Остался ли в доме еще кто-то? На этих кадрах зафиксирован пожар в частном доме. Пожарный расчет из 11 человек, занятый ликвидацией ЧС. По долгу службы Исламу приходилось вызволять застрявших в горах альпинистов, поэтому о спасательных узлах он знает многое. Показывает десяток разных, каждый из них для отдельного случая. Ну, основной вот для спуска пострадавшего и для самоспасения используется именно узел двойно-спасательный. Краска двойно-спасательная. Выбрал благородную профессию пожарного, потому что любит экстрим и риск. Поэтому сразу, как отучился в средней школе в селении Галашки, поступил в пожарно-спасательный колледж. После его окончания стал обучать будущих спасателей в 4-й пожарно-спасательной части Карабулака. Даже стал тренером года в дисциплине пожарная безопасность. Сейчас получает высшее образование в Екатеринбурге. 27 января свой профессиональный праздник – День спасателя России. Он поздравляет всех своих коллег. Хотелось бы всех, кто причастен в МЧС, всех своих сотрудников, хотелось бы поздравить с Днем спасателя. Ежегодно праздник отмечают российские спасатели уже на протяжении 27 лет со дня, когда постановлением Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей в 1990 году. Адам Ирешков, Сулейман Костоев, Новости 24.